Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем рейдить игру под названием Evoland 2, и у нас здесь стратегические ходы, стратегические битвы, короче, все как мы любим. Ну, только это уже другие стратегии, типа пошаговые, типа RPG-шки. Лейтенант, мы потеряли мост на реке Кавай. Мы должны вернуть его, чтобы продолжить постановку припасов. Потом я вручаю вам это элитный батальон. А теперь вперед и не останавливаться. Не останавливаться? Марш! У меня странная боль в желудке. Ой, мой бедный желудок. Я больше не вытеплю. Рота, не двигаться. У меня важная миссия, да. Враг перешел в узкое ущелье. Мы можем использовать окружающую в свою пользу. Мы сможем напасть на батальон с одной из трех сторон. Ну, выберет нас, победит. Средняя. А, то есть мы берем просто обычных солдатов и улучшаем их. Давайте лучше с палочников начнем. В атаку. Подожди, отмена, сколько у тебя? 50. Отмена. Атака. Отмена. Отмена. Так, сразу что мы делаем? Делаем заряд. Делаем заряд. Делаем атаку. Делаем атаку. Ну, слушайте, 80. Делаем заряд. Ожидание. Делаем защиту. Будем хилить его. Он довольно хороший. Лучше коника, я думаю, отхилить. Хотя... Блин, это, ну это долго, понимаете, что каждый будет ходить, это... Как... Oh, no. Seriously, man. You're dead. Oh, fuck. Плохо. Серьезно плохо. Заряд. Удар. Ожидать. Ожидать. Защита. Так, сколько у кого?
5. Нет, давай сначала лучника. Ожидание. Можно отменить, пожалуйста. Фу, я тупой, я ждать. Защита. Заряд. Я сейчас просто просрал минус один заряд. Так, хорошо. Ожидать. Заряд. Лечение. Ход врага. Подожди, давай сюда тогда станем и казнь. Атака. Так, отмена. Заряд. Почему я не могу атаковать? Подожди, сколько у кого хп? 50. Учение. Вот врага. Оо, щит. This is bad. Very bad. Удар. Подожди. Давай. Сюда. Удар. Сюда. Удар. Защита. Лечение. Хейл. Ну видите, ближние атаки он типа блокирует довольно много. А вот дальние... Нифига. Заряд. Подожди, у тебя 40 дамаги. Защита. Ожидание. Заряд. Ближние атаки он хорошо блокирует очень.
по два. Атака. Хорошо. Так. Атака. Выпад. Все. Хороший выбор. Давай продолжим сбор войск. Подожди, нам на каждом теперь шагу буду давать сразу войско сделать или нет? Я немного вот это упустил. Ну, конники классная вещь. Да. Все, я понял. То есть мы покупаем обычных и превращаем их в кого-то, ребят. Теперь все ясно, как это работает. Не, ну это довольно долгая, слушайте, часть игры. Игра на самом довольно очень большая, типа на 24 часа изи она заберет у вас времени. Лейтенант, ситуация ухудшается с каждой минутой. Наши враги в опасности, близятся от демонии. Мы должны организовать их поражение раз и навсегда. Получитесь на милорд, я самый достойный доверия офицер в этой армии. И защищу эту землю с честью. Это довольно убедительно, лейтенант. Тем не менее, я сделаю кое-что, чтобы увеличить наши шансы. Но в этом нет необходимости, милорд. Я никогда не проигрывал в сражении. В смысле... Просто потому, что это мое первое. Я не сомневаюсь в ваших возможностях, лейтенант. Несмотря на это, мне будет комфортнее, если к вам присоединятся мои ученики. Наша победа будет гарантированной. Вы оскорбляете мою честь, предложив мне несколько солдат в башне. Так, в ванных халатах. Это могучий и хорош обученный пиромант, и они готовы к битве. Неприемлемо. Как я буду выглядеть рядом с ними? Лейтенант? Лейтенант? Лейтенант, немедленно вернитесь! Так, и знаете, их колдунов, шимики, они невероятно сильные. Мы должны быть осторожны. У них заключена огромная площадка поражения. И, соответственно, держатся как можно дальше друг от друга. Это главный лагерь врага, Шимки. Ты уверен, что наша армия достаточно сильна? Возможно, будет разумно нанять больше солдат, чем начать нападение. Тебе решать. Так, давайте тогда, если так пошло, ну... Мы вернемся сейчас к другому посту. Одолим еще вот эти две башенки и пойдем в последнюю. Почему я должен постоянно вот это... идти так долго? Я тогда сейчас буду одолевать все, что есть. Чтобы мы получили максимально с вами... А, так я могу так делать. Лейтенант, мы разрушили до основания демонию. Эти карапортужа нужно содержать в абсолютно идеальном состоянии. Я рассчитываю, что вы защитите их в пуши... путешествие. Лорд, вы великий волшебник. Спасибо. В смысле, у вас должно быть достаточно магии, сил, таинственных реликвий и всего прочего, верно? Да-да, конечно. К чему вы клоните? Ну, зачем нам передвигать эти здоровые машины самим? Вы могли бы заставить их летать, телепортировать их или даже использовать магический жезл? Ведь могли бы... Вы только посмотрите на время, мне уже пора идти. Удачи. Да, и если на этих катапультах будет хоть малейшая царапина, это вычтут из вашей зарплаты. Солдаты, вперед, марш!
что? Эй, лейтенант, демония в другой стороне. Эй, ой, серьезно? Ну, тогда ладно. Кругом. Нет, вы не я. Нет, подождите, я не вы. В обратную сторону. Хорошо, начнем сначала. Это ужасно. Эти машины уничтожают сотни людей. Разумеется, война недолго продлится, когда эти остатки орудия пойдут к демоне. Мы должны что-то предпринять. Хорошо. Все будет бессмысленно, если эти инструменты смерти выполнят свое предназначение. Давайте разнесем их на части. Так, а могу я тактически выбрать... Так, здесь я атакую этих мужичков. Ну, давайте начнем с этих. Так, что мы делаем? Мы делаем вот что. Эти сразу делают заряд. Заряд, хорошо. Ой, подождите, они же с катапульт буду, да, по мне херячить, я как понимаю. А вот это уже плоховато будет. Ну ладно. А виноват. Да, катапульты тоже херячат. Катапульты отдельные враги. У них большой радиус. Так, подожди. Сразу. Нужно заряд делать, что-то не то. Вот как можно заряд поставить, блядь, на неё? Ну что за бредятина? Блин, если бы это можно было пропускать, было бы хорошо. Ху-ху-ху-ха. Нужно будет отхилить. Далкина нашего. Так, что мы теперь делаем? Сразу этим атакуем его. Этим идем сюда. Делаем суперудар. Тобой убиваем. Хорошо. Ожидание. Не, подожди, тобой куда я могу дойти? Хорошо. Заряд. Лечение.
Значит, защита. Как бы то ни было, но он очень хорошо защищает всех. Так, но он все равно скоро, мне кажется, сдохнет. Плевать. Подожди, сюда давай. Атака. Атака. Атака, атака. Сюда. Атака, атака. Заряд. Защита. Лечение. Атака, атака. Поехали. А видите, катапульта куда дальше, туда дальше уезжает. Катапульта, думает, она такая умная. Ну ладно. А, так у нее только 16 хпшки. Я тут думал, там хп. Тогда нормально. Почему я не могу вот им, допустим, атаковать? Сейчас могу. Ожидать. Атаковать. Но оно отъезжает на довольно маленькое расстояние. А, так у него только 10 хп. Это нормально. Ура, мы уничтожили все катапульты. К сожалению, я сомневаюсь, что это единственные катапульты в распоряжении Магуса. Мы должны попытаться догнать его войско по этому пути, иначе они используют остальные, чтобы захватить Демония. Ну теперь я зато... А, я не могу. Ну ладно. Мост. Лейтенант, полковник Далкин и его мелкие друзья уже начинают надоедать. С ними нужно разобраться. Мы занимаем их в хитрую ловушку. Ухахаха. И я бы попросил вас не смеяться так, милорд. У меня мурашки по коже. Итак, делу. Вот план. Вы остаетесь здесь с несколькими людьми. Да, милорд. Затем вы привлечете их сюда каким-нибудь образом. Да, милорд. И когда они выпотрошат вас, появится подкрепление и уничтожит их. Да, мил... сэр, не уверен, что я понял весь план, меня кое-что беспокоит. Нет-нет, не глупите. План сработает как надо. Как скажете, милорд. Я обожаю, когда план срабатывает. Так, давайте сразу армейку закупим себе. Почему я не могу купить еще?
печально. Ну блин, жаль, что я не могу больше слышать и покупить. А, вон, я с этих превращаю в этих. Теперь я понял. Я понял, как это работает. Так, обходного здесь пути нема, как я понимаю. Ну, сдавайтесь, вы в меньшинстве и измотаны. Не нужно... Так, кровопролитие. Менос, если хочешь убедить кого-то неплохого при этом говорить... Так, неплохо при этом говорить, пожалуйста. Вы совершенно правы, мисс Фина. Сдавайтесь, или мы уничтожим вас. Пожалуйста. Менос! О, нет. Они здесь, нас сейчас убьют! Быстрее возьмите подкрепление! Но, лорд, магу сказал ждать, когда они нападут. Через мой труп! Вызывайте подкрепление, сейчас же! Они на той... Так, они не на той стороне! Наша ситуация далеко от идеальной. Учитывая, что мы окружены и все такое, мы должны разобраться с этим спокойно и рассудительно. Так, спокойно и рассудительно, да, говоришь? Это по мне. Ожидать. Атака. Атака, атака. Атака, атака. Ну да, рекруты с палкой обычной. Что они могут сделать? По факту. Так, сразу тебя сюда. Ты будешь в заряде у нас. Менос тоже сюда. Менос тоже в заряде. Ожидать. Ты в заряд. В защиту. Коника убили. Монстры убивают быстро. Но они не главные силы убивают, поэтому мне все равно. 10 урона, ё-моё. Так, это уже плоховато. Так, давай сначала с тебя начнем. Выпад. Не, давай с Шимики начнем. Не, подожди, сюда. Атака. Убиваем. Сюда. Атака. Убиваем. Не убил? Лол. Сюда. Выпад. Сюда. Выпад. Убиваем. Сюда. Защита. Сюда. Заряд. Сюда. Заряд. Катапульта ударит по мне, и лучник ударит тоже по мне. Ну, тебе просто ходит, поэтому не страшно. Ну да. В принципе, как я и ожидал. Атаковать.
Атаковать. Так, подожди. А, ну, если так. Так, сюда. Заряд. Сюда. А, я только суперудар, да, могу сделать? Ожидать. Сюда. Защита. Туда. Лечение. Поехали. А ладно, уже снова серия закончилась, а мы только, считайте, два боя сыграли. Просто кринж. Так, хорошо. Ну, давай. О, там еще был один, оказывается. Так, слабо, но я мог сюда пройти. Ожидать. Атаковать. Хорошо. Туда защита. Сейчас они просто все атакуют, они подставятся под удар, и, ребят, мы просто сделаем очень хорошую волну. Вот, теперь мы начинаем. Казнь. Заряд. Защита. Заряд. Ну что вы мне даете за меня играть, если я все равно не могу ничего никак открывать? Атака. Выпад. Все. Уф, мы выбрались из этой передряги. Но у них по-прежнему полно катапульт. Полагаю, они строят их где-то поблизости. Лучше внимательно осмотреть местность. Нельзя терять времени. Я предлагаю достичь демонии как можно быстрее. Хватит молоть языком. Шимики поведет нас. Давайте. Ну блин, ну у меня в принципе уже это. Все, осталось только одолеть. По факту. Катапульты. А-а-а. Лейтенант, что здесь делает армия Далкина? Неужели они узнали, что здесь мы строим катапульты? Не забивайте свою милую... Так, милую голову, милорд. Они не могут дальше зайти. Вы хотите сказать, что у вас есть настоящий план? Вполне, милорд. Я разместил наше войско на нескольких стратегических позициях, чтобы заставить врага врасплох. Очень хорошо. Вместе с проклятой... Так. Вместе с проклятием, которое я установил на лес,
Наша победа обеспечена. Проклятие, милорд? Так. Оно мешает всем найти путь в лес. Наши враги сейчас блуждают в нем, пока мы говорим. И теперь нам просто остается использовать войска, чтобы сокрушить их. Кстати, об этом. Где именно наши войска? Ну, я только что понял, милорд, что я, возможно, может быть, отправил их в лес? Это катастрофа! Похоже, у нас здесь небольшая путаница. Я немедленно уберу заклинание. Возможно, еще и не слишком поздно. Finiti incantantem confundo. Хорошо, должно сработать. Верните наше войско и избавьте меня от этих надоедливых драков. Да, милорд? Шимики, Далкин, Вельвет, где вы все? Похоже, мы оказались разделены. Лорд Далкин, и я здесь. К сожалению, похоже, наше войско еще не блуждало по лесу. Давайте попробуем вас встретиться. Будьте начеку. Окей, добро пожаловать. Так, мне бы лучников. Мне кажется, у меня уже довольно большое войско, не думаете? Не, подожди, давай. А, я не достану, ладно. Серьезно, ты не смог уничтожить. Фак. Плохо. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ладненько, и так сойдет. Ну блин, мне этими тоже. А хотя. Заряд. 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 Ожидание. Это плохо, то что он ко мне пошел. Так, 60 хп. Атака. Да ладно, серьезно, одно хп не снес. Хорошо. Рекрут ожидать. Атака, атака. Ожидать. Заряд. Вот какого черта? Вместо лучшего заряда поставили бы ожидать. Ах, зараза, он убил его. Ладно. Не страшно. Не страшно. Меня нас все-таки атаковали. Кого?
Так, думаю, нужно тактически отступить. Да, что я теряю, в принципе, минус, а такой. Так, заряд. Ожидать. Нужно было защиту поставить, что-то тупанул. А не, он все равно не атакует. Так, хорошо. Они подходят близко, значит мы можем в этом плане атаковать уже. Так, подожди, но я могу сделать таким еще образом. Так. Так, ожидать. Атаковать. Ожидать. Так, Менос, да? Заряд. Так, супер атака. Ожидать. Атака. Хорошо. Плохо. Так, Менос, давай ты. Заряд. Заряд. Атака. Нет, подожди. Нет, подожди. Атака. Если у меня такой тонус сдохнет, хорошо. Типа, камон. Атаковать, атаковать. Так, заряд. Ожидать. Ожидать. Блин, нужно было защиту поставить. Сейчас катапульта пульнёшь. Чё-то я не подумал, ладно. Ну, а не пульнуло. Да, ожидать. Казни. Ну блин, а что мне, куда казни еще девать? Выпад, не достаю. Все будет заряд. Ожидать.
он сейчас убьет меня. Но я не позволю это все равно сделать. Лечение. Так, атака. Ожидать. Нахера я ожидать нажимаю? Ожидать. Атаковать. Атаковать. Ожидать. Заряд. Ожидать. Лед. Готово. Мы нашли место, где враг строит свои катапульты. Теперь мы можем делать собственные. Это действительно отличная победа. Скоро мой народ перестанет страдать от Магуса. В демонию! Подожди, это не значит, что и здесь тоже они везде стоят. Ну ладно, серьезно. Карточка. Далкин. Нафига, оказывается, в полях есть тоже что-то. Так, да, и здесь есть что-то. Демоны. Лейтенант, войско Империи приближается к нам. Мы должны реагировать. Реагировать на что? Не волнуйтесь, у меня есть план. А я нашел несколько достаточно тупых демонов, верующих в то, что я хочу защитить их от Империи. Нам нужно лишь использовать их как щиты. Использовать их как щиты? Да, как щиты. Что значит, что... что значит, что мы разместим их перед нашим войском, чтобы... Они получили урон вместо нас. Да, конечно, перед нами. Как и щиты, но мы ведь не будем нести их, верно? И я это так понял. Меня не волнует, что вы сначала подумали. В любом случае, вы должны придумать, как объединить эти демонов. Да, милорд? Ох, черт. Друзья демоны, ваш день славы настал. Защищайте свою страну от захватчиков. Если мы истребим эту армию, мы поможем напасть на Империю? Конечно. Великий Магус всемогущ. Если он на вашей стороне, вы непременно нанесете ответный удар. Империи. Если он настолько могуч, почему он не сражается вместе с нами? Действительно, почему? Тебе не кажется это несправедливым? О, да, нет, абсолютно. Он кажется искренним. Так, он кажется искренним. Если он просто дурак? Слушайте, в следующий раз я попрошу его остаться, ладно? Я не уверен, что полностью доверяю им. Но какой у нас выбор? Если бы только наш король выжил. Они выставляют демонов на передовую линию? Как они смогли убедить демонов сражаться за них? Тут ясно замешан предатель Магуса. Он готов на все перед достижением своей цели. Я не хочу сражаться со своим народом, возможно, я смогу переубедить их. Но это не сработало в прошлый раз. Должен быть какой-то способ. Возможно. У меня есть катапульта? Лоу, серьезно? О, монатик его ХП. Заряд. Защита.
Не, подожди, лучше назад. Заряд. Заряд. Атака. 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 Ожидать. Ожидать. Ой, слушайте, я мог же закупиться здесь, оказывается. Ай-яй. Ну ладно. Мать, здесь войск, мне нужно каждого теперь ждать. У меня рендера теперь столько, настолько часов, это пипец. Серии часовые. Просто часовые серии. Сейчас даже Долгин столько урона примет. От еще троих лучников. Одного рыцаря. А, еще плюс от демона. Что-то я демона не увидел там. Мы еще себе в подарок демона получим, получается. Так, сразу, как я понимаю, мне нужно отхилить от барышни. Лечение, лечение. Атака, атака. Атака, атака. Так. Теперь тобой мы идем сюда. Супер удар. Тобой мы идем сюда. Делаем заряд. Сюда, сюда. Теперь ожидать. И даем защиту. А, у нас еще катапульта есть. Нужно тогда было убить сразу. А, там черт еще стоит, оказывается. А я почему-то его еще не увидел. Ну, я типа вижу меч, да, но что-то плохого ничего не подумал.
Так. Так. Так, хорошо. Казнь. Хорошо. Заряд. Защита. Сколько у тебя хп? Нормально. Ладно, зря я сделал это. Плевать. Ох, девчулю обижают. Девчулю обижают. Так. Хорошо. Лечение. Атака, атака. Защита. Заряд. Удар. Под врага. И хрена. Странно, кажется, здесь был принц Минос. Тебе не показалось. Заряд. Лечение. Должен был минус отхилить. Защита. Атака, атака. Выпад. Заморозка. Защита. Заряд. Ожидание. 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 Атака. Так, подожди, отмена. Супер удар. Атака, атака. Атака, атака. Готово. Другие демоны пали от наших рук. Я боюсь представить, что произойдет, если я окажусь в победной ситуации. Встретиться лицо к лицу со своим сыном, Рена. Я рассчитываю, что ты поможешь освободить демонию.
А, то есть мне нужно было по-тихому сделать так, чтобы это... Ну что, давайте тогда, я думаю, в следующей серии мы продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!